Ну что же, пора прыгать. О, да. Так, ну-ка. Чё у нас там по арсеналу? Нормально. А куда нам сейчас надо? А ну вот сюда надо. Так, это прям по курсу. Сколько у нас там? Чё у нас там? По средствам, как посмотреть. F 534. Мало, я вам скажу. Мало. Так. Да. Ладно, пофиг. Да-да-да-да-да. Баррикады. Перелазим. Ух ты, чё это такая толпа? Ёпарасте. Революция. Французский революций... Ой, нет. Так. Ссаные наушники. Так, все. Конец-то я поправил свои наушники. Так. С которыми у меня много приключений уже бывало. Ой, так мы здесь были, по-моему, да? Так, а вот тут у нас... Ага. Ну, он опять где-то внутри, но я простые, не хочу туда. Хрен знает где там. Ну, давайте сгоняем, посмотрим. А, подожди, я, кажется, знаю, как туда войти. По-моему, вот там вход есть, да? А тут наверняка какая-то ссаная дверь будет. Со шпильками ссаными. Или нет? Может и нет. Нажмите Ctrl. Так. А, не. Угощение лежит прям... Прям на виду. Сколько нам дадут? 300! 300-ку дали. Ну, я считаю, нормально. Чё? Уф, ё-моё. Так. А у нас еще где-то тут? Во, бляхмуха, это где это? Он под землей где-то. Офигеть. Ну ладно, нассать тогда. Куда сейчас прыгнем? Все, погнали. А 300-ка, это у нас уже получается 800. Все верно. Скрипочка. Блин, как же... Как же я... Я видел вас на марше. Вы не кричали, ура. Ладно, кажется, вы не любите революцию. Вы меня не... Революция. Как же долго разработчики создавали всех этих людей. Мне вот интересно, они реально вот все на одно лицо или мне кажется? А хрен их знает, да? Ладно, не суть. Погнали, пробежимся. Так. Давно такой фигни не было, кстати. А, наверное. Ладно, неважно. Хоп-хоп-хоп, маневрируем. Мне нужны факты, меня не приведешь. Что затевают роялисты? Вы в своем уме? Я такого не потерплю. Упс. Мерси. Блин, ну что так мало дают с них совсем. Ну так, ну сколько нам там осталось еще переть, блин?
фишка в том, что можно покупать отмычки за какую-то там цену. Потом эти отмычки использовать на сундуки. Плюс нам будут давать за это еще и деньги. То есть выгода есть. Но я не знаю, что в этих сундуках, которые отмычки где-то. Я их не открывал, по-моему, никогда. Ну, это надо запись выключать, чтобы было 60 FPS. Либо куда-то там наверх залазить. Все, мы пришли. Сентябрьские погромы. Чё-то у тебя интересного, а? Чё, ничего, что ли, нет? Даже наверху? Ой. Ну, хорошо. А, подожди. Чё-то там такое? Кто-то был, что ли, там? Дальность орлиного зрения. Не, длительность орлиного зрения. Задание повышенной сложности. Ну все, начинаем. Чё медлить? Так. Сейчас посмотрим, что нам там. Сегодня скажут. Утром я встретил трех человек с головой какого-то бедолаги на копье. Из-за мундира они сочли меня дворянином и потребовали, чтобы я закричал «Да здравствует республика!» Доказал верность нации. Похоже, раздача трехцветных кокард осталась в прошлом. И что вы? Я закричал, разумеется. Вы принципиальны. Жизнь куда ценнее гордости. Но так оно всегда и бывает, когда в правительстве сидят голодные безумцы, а армии начинают командовать кровожадные дикари. Руй. Я хотел отправить его в дальний гарнизон, но, похоже, у капитана весьма серьезные покровители. Он под защитой. Но вы знаете, где его найти? В казармах болтают, что он с отрядом своих дружков собирался заглянуть в большой шатле после обеда. Если с ним что-то случится, мало кому станет хуже. Точно не моей карьере. Что ж, упражняйтесь в красноречии. Угу. Ну, сейчас мы придем и замочим тогда его. Скорее всего. Может, побыстрее как-то? Забрать оружие! Не дергайтесь! Ну же, живей! Где комендант? Угу. Все ясно. Все понятно. Так. Секретные входы один. Стражники. Блин, охренеть. Два предмета. Пять коллекционные. А, коллекционные предметы, входы 5. Один из 5 секретных входов или 6 где-то еще секретный. Так, ну все. Да, я же говорил, надо замочить. Так, прыгаем, нет? Да, сейчас прыгнем. Так. Блин, тень даже нарисовали, норм. А что такое белое? Побелки какой-то. Ага. А что тут у нас какое-то письмо, да, или я не знаю. Или задание дополнительное. А, вот. Так, беспрецедентным решением собрание назначило гражданину Мирабо. А, не, подожди, как? Не помню, как его зовут. А, похороны в церкви аббатской святой... Аббатство святой Женевьевы. Отныне наречен... Так, нареченная... О, блин, что это такое вообще? Пантеоном.
Она станет местом погребения героев революции. Непонятно, некогда министр финансов. Весьма популярная народная фигура Жак. Эй, что это такое? Блин, ну ладно. Непотраченные очки. Блин, тут восклицательный знак какой-то был. Во. Что бы это значило? Достичь. Ой, да ладно. Блин. Ну, секретный вход, я не знаю. Может быть, есть вероятность того, что он где-то находится вот здесь вот. То есть, когда я не знаю, как-то может пройти можно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну что, есть тут вход, как вы думаете? Хрен его знает. Что это? Ага. Туда никак. Так, это чё? Ну. Ну, тут что-то есть. Так, мы в запретной зоне. Может, это и есть секретный? Так, возможность при для помощи, возможность для отвлечения. Ага, вот что за восклицательные знаки-то. Ну, может, как раз-таки есть этот секретный ход. Да хрен узнает. Неизвестно. А тут, кстати, никого нет. Если вы заметите. Так, куда нам сейчас? Вот это вопрос, вот это вопрос. Направо. Ну ладно, давайте здесь. Кошки там, что ли? Так, как подкат, я забыл. Или здесь нельзя подкат делать? А, по-моему, можно. Во. Буковку Е надо было нажать. Но перелазит, ёпрст. А, подожди, это, наверное... И нахрена я сюда пришел? Ну ладно, не суть. Так, ерунда какая-то. Так. По воде. По дерьму, по-всякому. Ладно, погнали наверх. Так, вот тут что-то у нас. Так, 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 здесь осторожней. Никого здесь, да? Да здесь никого. Не, нормально. Что-то ценного я здесь не вижу. Там сундук только. Да и то он красным горит. Это не наша тема. Так, а вот сейчас бы надо бы поставить. Ага, ого, их даже двое. Так, а тут вроде кроме них больше никого. Но это может быть нашим шансом. Слышь, хлеба не будет. Только завтра. Эй, какого это было? Я хотел двоих замочить. Не рыпайся! Но с теми по-любому мы должны справиться. Тихо! Глядеть в оба! Свиньи! Угу. Без фокусов. Вы не люди. Эй, ты можешь умереть тихо? Ага, там этот ходит. Держи руки на или нет? Чудовище! Хотели отсидеться? Да почему? Я же двоих хоть замочил. Ох, хрен это было. Мне непонятно. Я же блях-муха. Какого хрена? Я же прокачивал эту функцию. Блин, не очень понимаю это. Эту хрень. Этому вообще, по-моему, пофиг. Так, а что это так у нас три цели какие-то? Убить, убить, убить. Хм. По заданию у нас что сейчас? Ру и его люди штурмуют тюрьму. Большой шатле. Бывает заключен, найдите и остановите его. А, какой-то из них, что ли, рулит, я так понимаю, да? Возможно, для отвлечения. Пора есть. Тихо. А еды нет. Держи руки на виду. Чудовище! Ёпрст. Ага, вон он где.
Так, а мне непонятно, он к нему как пройти-то? Ёпрости. Не рыпайся! Так, этого сверху можно. Подождите. Стреляйте. За это пойдешь на гильотину. А там что тогда? Глядеть в оба, свиньи! А вот хрен его знает. Так, ну что, мы здесь не сможем подняться, судя по вот этим вот пикам. По-моему, под ним нельзя, только там окно есть какое-то. Можно в окно, да, пройти, наверное. Ну ничего, сейчас попробуем. Да ёпрст, ты что ты делаешь? Тихо! Так, а сможет ли он вообще пройти туда? А вот это я не знаю. Нет, скорее всего. Пора есть. Маловероятно. Держи руки на виду. Так, да. Может и сможет. Во-во-во, давай, сейчас глянем. Я тебя слышу. По сути дела, здесь никого нет. Хлеба не будет. Только за. Ну и бойня. Хм, а здесь вообще пройти можно? Да вроде можно. Глядеть в оба. Ну и чего мы ждем? Предатели вокруг. Глядите. Так. Явно не на воде, слева выросли. Сложно, сложно достаточно. Если дернуться, стреляйте. Кто-то там слышалось, что ли? Дети! Пусто. Ну и черт бы с ним. Эй, тебе же хуже будет. Эй, ты! Можешь умереть тихо? Без резких движений. Если дернуться, беда. Стреляйте. Кто это сделал, Антуан? Сволочь! Черт, что я сделал? Я хотел тихо его заметить. Да чё ж ты делаешь-то, мать? Ну всё, хана. Выпустить кишки всем предателям! Атакуй же сзади! Эй, я же... Бегут, что ли, бля? Все, разобрался с ними. Ой, а и с этим чё? Добиваем, чё, не оставляем никого. Не рыпайся! На закуску никого не оставляем. Так, а с этими чё? Эй, тебе же хуже будет. А, это, наверное, не враги. Не тех, кого мы сейчас замочили. Так, вот с этих еще надо глянуть. Лекарства дали, это хорошо, это всегда хорошо. Ну и самое главное, чтобы место было для лекарства. А там было место, кстати. Все. Уже дофига скрытные. Максимум денег. Так, а вообще, зачем я сюда пришел? Тут пройти-то, ёпта, можно как-нибудь? Ёпта. Ёпта, по-моему, нельзя. Ой, блин, а хотя подожди, вот. Что это было? Странно. Офигеть. Да не сюда, что ж ты делаешь-то? Во, вот так. Да блях. Но он же не растворился в воздухе. А мне есть идея. Мы кое-что сделаем. Сейчас они уйдут. Вот так, да. А мы вот сюда. Давай, иди сюда. Как свистнуть? Как свистнуть? Мне нужно свистнуть. Блин, хоть бы он сюда подошел. Пожалуйста, ну блин. Ну, пожалуйста. Не хотят, уроды. Ну, ладно. А? Вот сейчас шанс. Показалось.
Вова. Да ё... Да чё ты сделал? Зачем он вышел? Блях, я случайно вышел второй раз. Блин, такой шанс был офигенный. Ну ладно. Пускай так. Пошел ты. Все. Так, вот тут что-то у нас. Все, наверх. К этому уроду. Блях, муха, до него еще переть долго. Стоп. Вот тут что-то у нас. Коллекционный предмет. Ну, нормально. Здесь вроде никого не должно быть, да? А вот тут дофига их. Блин, да вы с ума сошли, а? Сколько же вас тут? Так, ну здесь можно... Ну, еще кто? До свидания. Что их было? Молодец. Вперед, наверх. Синякарь! Ничего здесь нет. Что за черт? Да тут я, ёпарсты. А ну? Иди, иди сюда. Да-да-да, давай, давай. Блин, сам главное, чтоб тень. Шикарно. Теперь вот с этими главное не облажаться. Ну, они даже... Во! Блях! А, все, все, бляха-муха. Я думал одного опять. Сейчас шикарно сработал, фига у него там стоит. Или что это такое? Все, цель прям над нами, да, я так понимаю? Лекарство максимум. Можем восполнить, у нас 5, да? Теперь получается. Да, ну, походу, да, я не знаю. Хрен узнает. И вот этого еще не осмотрели. В принципе, с них не так много дает, но... Во, лекарства опять дали, вот это в тему. Вот зачем я сюда шел? Вот пипец. Вот пипец. Так, давайте думать. А, неужели так просто добраться наверх просто? Глянь, комендант! Тебе брат пришел! Нафига я тогда их всех не мочил? Не хочешь его видеть? Так, вот с этими жопа. Ликуем? Да. Слушайте, а его убить просто и все? А, ну тогда можно так, наверное, сделать сейчас только бы. В чем дело? Не любишь свободу? Она тебя утомляет? Давайте в тело лучше. А, да почему нельзя? Я хочу. Он же скучает. Я стреляю. Почему нельзя? Ёпрасты. Да куда ты? Тю, комендант. Как же ты груб, брат? Да, труп. Как? Они что, меня видят? Я же его спугнул, наверное, нет? Ну и куда он пропал? Далеко не ушел. Ладно, погнали, вот там ну, где-нибудь куда? Обойдем. Так, тут у нас сундук. Да куда ж ты, ёпарсы-то, лезешь? Ты меня бесишь иногда, Арно. Вот что он делает, я же... Во. Давай, впрыгай. Не хочешь, что ли? Да что ты делаешь? Объясни, я даже Ctrl не нажимал. Сюда давай. А где он? А, вот он тут рядом. Так, вот эта тема наша. Че, на него не действует, что ли? Какого... Какого фига это было? Чё, не действует, что ли, на него? Или чё? Ой-ой-ой, вот это...
Нет! Нет, нет. Жаль, палачи всех вас прикончили. Все, я выполнил. Валим отсюда, да? С него бы еще что-нибудь ценное могло выпасть. Че сейчас надо? Я забыл. Так. Ух ты, блях, муха! Какого хрена? Я хотел в окно. Блин, походу про нему урон не пошел, видимо. Черт. Ну ладно. Да ёпарасы ты, а. Так, не понял. Кто же тебя так? А чё? Чё, он ещё жив, что ли, блях-мух? Я его не замочил, типа, да? Или, подождите, или в чём прикол? Да ёб твою дивизию, что ж ты делаешь-то? Ну-ка. Ага, ну ясно. Да куда ты идёшь? Вот сюда давай, во. Так, сможем допрыгнуть? Да наверняка сможем, во. Ништячок. Так, давай тогда наверх. Прячься, прячься. Я даже не видел их. А можно громилу замочить, настроить против. Так, по пистолету что у нас? Пистолет шумный. Давайте призрачную используем. Да с... Какого это было нафиг? А, перезаряжался, может? Он не горит почему-то красным. Наверное, далеко слишком. Вот в чем фишка-то, наверное. Ну, ёб просто. Во, давай. Я думаю, он даст мне шанс к нему подобраться. Так, вот здесь самое главное. Ладно, насрать на этих. Блин, а все сложнее, чем я думал, оказывается. Ну, все запущеннее как-то. Красавчик, я думал, ты вообще не сможешь залезть. Так, стопу тут осторожней. Ружье как взять? Во. Почему ружье нельзя взять? Ну это бред. Реальный бред. Так, ну что, где наша цель? Наш цель где? Французский. Так, ну-ка. Сейчас марлиное зрение. Ага, вон этот засранец. Ну, не уверен, что долетит. Да, видите, красный не подсвечивается. А если на этого? Не-не-не. Того тоже. А если, ну, например, какого-нибудь... Во, вот на этого если. Вот, это подсвечивается. Ну, видимо, далеко было. Хорошо, а если пистолет, например, я возьму? Почему даже пистолет? Да это бред. Ну, пистолет, он же дальнобойный. Ну, что за хрень? Так, хорошо. Сейчас оценим силы противника. А что тут оценивать-то? Фигово у них силы, я скажу, против меня. Сейчас я просто думаю. Опа, вот это опасно было. Тю-тю, комендант, как же ты груб с братом. Во, вот это наша тема, спрятаться. А можно использовать шутиху, чтобы отвлечь. Последней встречи. Ты дуешься, комендант? Ну, чё же он за придурок-то такой? Очень жаль, комендант. Но мы...
не смогли найти... Да залезь ты уже, ёп! Отсюда сможем? Да! Мы даже на бишу. Она не нужна. Оставлю ее в качестве сувенира. Да что ж ты делаешь-то? Ну ёпарасете, а? Ну бляха, муха. Ну почему? 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 Почему, ребятки, объясните мне, почему он мне его не стрельнул? Подсвечивал же крас, подсвечивал же, подсвечивался же красным. Какого хрена это было? Почему, я не понимаю. Вот где эта тварь? А где он, я его не вижу. А, внизу. Так это наш шанс. Да какого хрена они меня замечают? Ну ёпарасете. Как туда пульнуть им? Вот что я сделал сейчас? Какого фига? А, надо было F нажать. Ну им туда надо закинуть куда-нибудь. Ну если вот так сделаю. А я знаю, что надо сейчас делать. Так, что мы долго слишком с ними возимся? Надо взять пистолет. Сдохни. Вот все. Да ну нафиг с уступа. И все, валим отсюда в жопу. Вали, вали, вали отсюда нафиг. Все, ништячок. Прошу прощения, друзья мои, за столь... За столь долгий... Так, нам куда-то туда. За столь долгое прохождение данной миссии. Что-то я тупил очень. Казалось бы, все просто. Можно было даже его с уступа замочить. Но эти придурки мне просто подышать не дают спокойно. И они меня вообще засекают вмиг. Так, зажечь. Да легко, сейчас зажгем. Только ты, блях, мухец. Иди сюда! Остановись! Ага, откуда они там взялись? Я их замочил же. Вот этот баг. И нажмите, чтобы убить. А-а-а! Так я его не убил! Да вы офигели! Чё, реально? С ума сойти. Суки, ну как я подойду? Они пипец вообще. Так, все, как шутиху использовать? Нет, неправильно. F. Сколько у нас там эликсира? 3. Пистолета 0. Все, погнали. Я тебя достану! Пожалуйста, пожалуйста, не тупи! Убей его! Все, наконец-то. Блин, Арно, ты меня бесишь иногда, реально. Если вам приказано выгнать нас, знаете, вам придется применить силу. Ибо добровольно мы отсюда не уйдем! Командовать — это управлять. А управлять — это править. В том-то и самая суть проблемы. Мирабо? Какое убожество. Да? В
Франция заслужила лучшего. Что-что? Люксембургский дворец. Рой, заканчивайте, пора. Я умею разговаривать. Отлично, капитан. Мари. Цены на зерно взлетели, великий магистр. Агенты будут направлять поставки в наши порты. Они ждут вашей команды. Слава, голод и ярость вынудят увидеть владык в истинном свете, но не сразу. На это нужен минимум год, великий магистр, а то и два. Короче, фишка в том, что надо было, бляхмуха, перемочить их по очереди всех, по-тихому. Нет, не сбежишь, пёс! Надо держать ухо востро. О. Как далеко отсюда и он где может же? Быть? Просто растворил воздух. Что тут не так? Да ёб твою дивизию. Он в спешке сбежал. Ну, во. Был шанс только что. Так, просто у меня написано убийство с уступа. Интересно, это считается, нет? Ну, блях, мух, прыгнет уже. Не можешь, что ли? Да вы гоните. Ну, можно же. Да неужели нельзя? Ну давай, прыгни ты уже на него. Ну почему? Вот, сейчас должно быть. Во! Я тебя раздавлю, прыг! Опоздал на повозку, Ваня! Бежать нет! Красавчик, Арно. Так, что я хотел сказать? То, что надо было со всеми теми, которые наверху, разбираться очень тихо. Но я-то думал, я первый раз что подумал? Я сейчас пальну в него, и все, и может быть валить, не надо будет с кем по-тихому разбираться. А там вон что. Там хрен тебе там, три раза тебя там. Манали. Вот в чем фишка-то оказывается. Все, наконец-то. Санна, это завершили задание. Патронов на них натратили. Это капец какой-то. Пипца полная. Так, все, и нервов тоже. Куда нам сейчас? Все, в следующий раз будем... Бляхмуха. Более внимательны. Там магаз рядом. Блин, ну мы, по-моему, мало насобирали с них со всех. Сколько я знаю. Сейчас посмотрим, что там у нас. По снаряжению. Блин, как же не очень-то получилось круто то, что мы все-таки прям в магаз. Не очень круто получилось то, что мы выполнили это задание коряво. Даже вообще не круто. Все, расходные материалы. Так, значит, смотрим. Дымовая. Шутиху можно... А, да все выполним, они дешевые. Все, давай, давай, я уже все купил. Так, это ладно, боеприпасы. Тоже все купим. Так, они недорогие, это мы шмотки просто задорого покупали. Лекарства по-любому покупаем. А, по-любому надо лекарства. А, дальше все. А, ух ты, просто вот это реально дорого. Вот это надо использовать, клинок. Так, вот этих мы купим 3 штуки. Так, покупаем. Раз. Вторую еще. И 3. Все, сойдет. Пока что на этом сойдет. Все, теперь надо идти куда-то там, не знаю, куда. А хотя нет. Вот тут что-то у нас. О, а ну это отмычки ссаные нужны.
А, ну это нет, нет. Дополнительные задания. О, нет, там мясо нафиг. Ладно, я думаю, надо в следующей серии продолжить.